Вот такой у нас с вами будет красивый сегодня видос. Хотела уйти уже на работу. Понимаю, что у ребенка все. Никто ей не накладывает пилюли, а не накладывает, значит, не пьет. У нас проблемы со зрением. Я ей даю вот такой нейровижн для того, чтобы его восстанавливать. Одну коробку она у меня уже выпила. Сейчас я вам буду показывать. Рубрика, да, очередная, пустые баночки. Это она выпила абсолютно все. Пустая коробочка. Был где-то недели две-три у нее перерыв. Вижу, он бокс, который я хотела ей давать вместо нейровижну, у нас отобрал дедуля. Поэтому сейчас открою ей новую упаковку нейровижна и отправляю ее сюда. Это то, что будет пить мой ребенок. Для чего я вам это показываю? Знаете, детям все со мной лучше. По-другому не бывает. Дальше. Что еще сейчас я ей положу в пилюльницу? В обязательном порядке, да? Это я не буду далеко убирать. Это будет омега, потому что без омеги никуда, девчонки и мальчишки. Она восстанавливает сетчатку глаза, на всякий случай. Тоже вам расскажу. И я ей сейчас добавлю сюда мегавитамины. Куда я их поставила? Вот они у меня. Мегавитамины. Топочка здоровья для ребенка. Тут прям вот самое необходимое. Она у меня постоянно... Ну, во-первых, ей 16. Во-вторых, она со мной постоянно ругается, если я ей даю чуть больше того, что считает она нужным. Господи, ты, боже мой, куда? Я то ли не вижу, то ли еще. Что это такое? Куда все делать? Новамин же был? Ну, конечно, был. Вот, видите, у меня такие уже большие банки новамина на всю семью. То есть, по сути, что тут у ребенка? Нейровижн, который восстанавливает работу, начиная от того, что головного мозга, так как головной мозг – это продолжение глаз, он еще раз работает со зрением. Это миопия, миопия, или как правильно поправьте меня, не помню. Усталость глаз, все-все-все вот сюда. Здесь антиоксидант. Как у нас наши клетки в любом случае вырабатывают определенную энергию и сами вырабатывают эти токсины, которые нужно выводить, помогать им выводить. Но не всегда они справляются сами, потому что в каком мире мы едим, живем. Это раз, экология, а во-вторых, что мы с вами едим. Это два. Все прекрасно понимаете. Дальше, что здесь? Мегавитамин. Для чего я даю мегавитамин? Для того, чтобы она с питанием все равно ничего не получает. Чтобы вы там не раскрывали, мы так хорошо печатаем. Питаемся, я тоже классно питаюсь, ребят. У меня и рыбка, и сыр, и мяско, и овощи, и все, но все равно не хватает, потому что сейчас уже не те овощи. А вот здесь у нее и, соответственно, омегу, я вам уже сказала, сетчатка глаза, антиоксиданты, витамины и восстановление зрения. Оставила ребеночку своему.